получили официальную информацию от Роспотребнадзора о том, что одного из наших пациентов, который находится в карантине в реанимационной больнице, положительный результат на коронавирус. Поэтому сейчас мы провели по итогам получения этого результата, провели оперативный штат. Определили круг, который мог контактировать с данным пациентом, и на утро, сейчас ночью, будет отработан весь список совместно с Министерством внутренних дел, и на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал. Единственный контакт, который у нее есть, это самолет Аэрофлота, которым она долетела из Москвы до Новосибирска. Службы санитарного контроля совместно с медицинской службой в аэропорту, у нее были выявлены признаки ОРВИ, она сразу была госпитализирована в инфекционное отделение. 34 человека находятся в стационаре с клиническими признаками ОРВИ, прибывшие из стран, которые обозначены в списке сегодня, стран, которые уже зафиксированы коронавирусной инфекцией. Таких у нас 34 человека под наблюдением. И вот один пациент у нас сегодня подтвердился как положительный результат. Состояние пациента удовлетворительное. Она и поступила уже на следующий день, у нее было удовлетворительное состояние, температура нормальная уже в течение